Привет, всем привет. Вот, значит, по поводу Рапунцель хотел с вами поговорить. Вот, много возникает вопросов по поводу ребенка Ольги Рапунцель. Чтобы развеять все ваши сомнения, чтобы вы уже точную знали информацию, я вам хочу сказать по поводу Ольги Рапунцель и по поводу ее беременности ребенка. Почему Дмитрий Дмитриенко от нее ушел? Всплыла новая информация. Если вы не знали, еще эфиры не вышли, вот, давайте, значит, я вам расскажу все до эфира, чтобы потом не было 1000 вопросов, Илья, почему так, а почему так. С Ольгой Рапунцель мы спали. В тот момент, когда она была с Дмитрием на проекте, с Ольгой Рапунцель мы переспали. Друзья, по поводу ребенка, Дмитрия или мой это ребенок, мы пока еще не знаем. Мы будем делать ДНК, потому что непонятно, или это мой ребенок, потому что там уже, блин, кипиш подняли конкретный, или это Дмитрия Дмитриенко ребенок. Я не знаю, я врать не буду, просто 1000% я говорю, я не знаю, я тоже за это переживаю, я тоже за это переживаю. Меня вызывали уже ведущие и говорят: вспомни, когда число, какое, когда вы спали. Я им сказал, когда мы спали. Мы два раза с Ольгой спали, выезжали. Мы, ну, я имею в виду, выезжали, когда мы два раза с Ольгой переспали. Я не знаю, мой это ребенок, не мой это ребенок. Я врать просто не хочу. Вот, чтобы потом не говорили, опять Ебаров балабол, опять он там пиарится, херарится. Я не пиарюсь. Я сам переживаю. У меня мама тоже переживает за эту тему, чтобы, как говорится, ну, конечно, не хотелось бы, пускай бы это был бы ребенок, конечно, Дмитрия Дмитриенко, вот, потому что все-таки они в браке, они еще не разведены. Вот, я, блядь, уже заебался на этот вопрос отвечать, меня самого трясет просто от этой херни, короче, я не знаю. Сказали, ДНК можно сделать, пока еще не родился ребенок, сейчас мне уже голову, короче, выносят, что только можно сделать ДНК, когда, блядь, родится ребенок. Я не знаю, короче, вот сегодня, я не знаю, будет решаться этот вопрос. Да, я говорю, да, я не скрываю, да, я говорю, да, мы переспали с Ольгой два раза, просто еще эфиры не вышли, чтобы не было, как говорится, для вас это там, ну, какой-то сенсации. Да, я не скрываю, с Рапунцель мы переспали два раза, но я почему-то сомневаюсь, что она могла в тот момент от меня забеременеть, я не знаю. Да, мы не предохранялись, да, мы спали без презервативов, но я не знаю, я не уверен, просто то, что это, в смысле, ребенок мой, я не уверен. Я не отказываюсь, а то вы сейчас будете меня поливать грязью, что я отказываюсь от ответственности, я убегаю, вот опять чмо, Ебаров, он, сука, натворил дело, куда-то скрывается. Я не отказываюсь от этого, как его... от ответственности, просто я еще раз говорю, если это мой ребенок, я готов взять на себя ответственность, но после ДНК. Если ДНК подтвердится, что это мой ребенок, я еще раз говорю, я готов взять на себя ответственность, алименты платить, еще что-то, еще раз говорю, сейчас я ничего не знаю. Не надо меня этими дебильными вопросами задавать, сука, меня на работе мучают этими вопросами постоянно, что делать, что как быть, что делать. Сначала мне пообещали сделать ДНК до рождения ребенка, сейчас мне обещают только когда ребенок родится. Я не понимаю просто, что происходит, друзья, я реально не понимаю просто, сука. Да, переспали, тут уже не секрет, об этом уже знает, уже и Кадони уже об этом говорил, что мы на выезде выезжали и переспали. Уже секретов нету, друзья. Уже все прекрасно знают, уже вся страна, уже по телевизору показали, что мы с Рапунцель переспали. Ничего в этом уже такого нет. Это жизнь. Мы когда-то были в отношениях. Мы когда-то строили отношения. У нас не получились эти отношения. Мы разошлись. После этого она встретила Дмитрия Дмитриенко. Там женилась, замуж вышла. Да, когда мы были на выезде с ней, да, какие-то что-то мимолетное всплыло, но мы не удержались.
Ну, опять, нас закидать камнями за это тоже нельзя, друзья, потому что, ну, такое бывает в жизни. Вот, может быть, у кого-то не бывает. У нас вот такая ситуация произошла, что мы не сдержались, мы переспали с ней. Два раза мы с ней переспали. Но я не уверен на данный момент, что это ребенок мой. Мне почему-то кажется, что все-таки это Дмитрий Дмитриенко ребенок. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы, потому что ребята все-таки еще пока не разведены, может быть, как говорится, сложится так, что это ребенок их, и, может быть, они будут, как говорится, вместе еще помириться. Мне не хочется разрушать эту семью. Но если это ребенок реально мой, то, что вот когда мы два раза переспали, и Ольга забеременела, вопросов нет. Я беру на себя ответственность. Но меня просто, сука, задолбали. Меня реально просто, сука, задолбали уже на работе. Меня начинают притягивать в эту тему. Мне неинтересно. Я не собираюсь на телепроект «Дом-2». Я заявляю об этом вам вот сейчас в прямом эфире. Я не собираюсь на телепроект «Дом-2». Услышьте меня, пожалуйста. У меня нету желания туда возвращаться. Я не хочу возвращаться. Меня все устраивает. Я работаю. Меня все устраивает. Я не собираюсь возвращаться в качестве участника. Но такое случилось. Да, вспыхнули какие-то там, я не знаю, эмоции, чувствами их нельзя назвать. Просто эмоции. Просто вот эмоции, воспоминания какие-то были у Ольги, у меня, да, мы не сдержались, да, мы переспали. Все об этом знают. Кадони уже это в эфире сказал, там, я не знаю, Бузова, Бородина говорила об этом, не говорила. Да, мы переспали, еще раз говорю, переспали, да. Что теперь, за это нас камнями закидать? Каждый начинает тыкать, да как так, да как так? Начинают там грязью поливать. Друзья, у вас такого в жизни не бывает? Вот скажите мне, пожалуйста. Вот просто скажите мне, пожалуйста. Просто я не понимаю, неужели нет людей, которые действительно могут поддержать, могут понять? Неужели у кого-то не было, сука, отношений просто в этой жизни? Почему сразу посылать на три веселых буквы? Почему оскорблять и так далее? Но такое случилось, друзья. Ничего в этом я не вижу. Ничего я не вижу в этом плохого, друзья. Да, у Ольги были эмоции, у меня были эмоции. Да, что здесь такого? Ну, не смогли мы перетерпеть это и взяли, переспали. Что здесь? Все теперь? Ну, закидайте нас камнями за это теперь. Да потому что уже задолбали. Я не знаю, как просто уже объяснить. Еще раз говорю. По поводу ребенка мы узнаем только после ДНК. Вот сделают ДНК и скажут, Ебарова это ребенок или это... Дмитриенко ребенок. Все, вопросов нету тогда, понимаете?